Господа, продолжаем нашу послематчевую пресс-конференцию. И на ваши вопросы готов ответить главный тренер футбольного клуба «Химки» Игорь Анатольевич Красножан. Несколько слов о Игоре Анатольевич. Хорошая сама игра получилась, да? До пропущенного гола и «Факел», и мы неплохо действовали в атаке. В обороне «Факел» больше, по нашей игре в обороне «Факел» больше владел мячом в первом тайме. Но до остроты это не доходило. Эта ситуация не переходила в опасный момент у наших ворот. Хотя допустили много ударов, пусть с дальних расстояний, но, наверное, это первая область, какое обилие ударов было в наши ворота. В целом, «Факел» одна из играющих команд. Когда готовились к ним, как бы готовились очень серьезно, там не было успокоенности. И цена ошибок. Потеря в зоне атаки, потеря у себя в зоне обороны привели к тому, что пропустили два быстрых гола, а дальше уже как бы игра сломалась и так больше на вал превратилась. В целом, если брать по этой части чемпионата, ну, ребята многое сделали. И как бы им благодарность за то, что оставили клуб в первом дивизионе. Но плохо, что та собранность, которая была на протяжении 10 туров до решения этой задачи, ее трудно поддержать в оставшейся части чемпионата. Но есть еще одна игра, и которая дает шанс реабилитироваться за это поражение. Отдельно спасибо хотел сказать болельщикам за ту поддержку. Это последняя домашняя игра, которую мы получали. Сперва их было не так много, а сегодня стадион... Это не только сегодня, с каждой игрой постепенно увеличивалось количество зрителей, количество поддержки. Поэтому низкий поклон за эту поддержку. И до встречи в следующем году. Будут ли вопросы? Если вопросов не будет, спасибо. Большое спасибо.